Больше 50 подарков в преддверии Нового года удалось собрать организаторам акции «Новогодний сюрприз». Эта идея – порадовать в канун самого волшебного праздника особенных детей – принадлежит общественной организации «Дари добро». Поддержали акцию многие-многие горожане, индивидуальные предприниматели и трудовые коллективы. И вот сегодня добрый Дедушка Мороз поздравил ребят с Новым годом и подарил им игрушки и сладости. Репортаж Татьяны Швец. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и Дедушку Мороза. Да. В семье Батраевых к приходу Нового года все готово. Ждали действительно только Деда Мороза, чтобы показать свою нарядную елочку и рассказать новогодние стихи. Игрушки до елки мы сделали сами. И Деда Мороз с большими усами, и крошку Снегурочку в шубке богатой. И все это в тайне от младшего брата. Младший брат Камиля – Даниль, малыш особенный. Таким деткам городская общественная организация помощи детям-инвалидам «Дари добро» совместно с неравнодушными жителями города собрали более 50 подарков. Развивающие игры, мягкие игрушки, сладости, как по волшебству, появились за несколько дней. Это для нас, для нашей семьи, действительно первый год. И на самом деле вот для меня и для моих детей он появился как волшебство. То есть, что организация «Дари добро», что жители города очень поспособствовали, очень дети довольны, радостные. Сами видите, что очень много подарков. Прям, ну, иногда просто до слез. Спасибо всем большое за доброту, внимание к нашим детям. Они... Пока, говорит. У Софии Белоусовой новая игрушка – символ следующего года. Веселая музыкальная обезьянка станет для нас талисманом, говорит мама Софии Анастасия, и благодарит всех, кто поделился теплом своего огромного и доброго сердца. Очень приятно внимание. И Соне очень нравится обезьянка. Поэтому спасибо большое. Подарить частичку своего тепла и новогоднее настроение этим деткам оказалось совсем нетрудно. Председатель городской общественной организации помощи детям-инвалидам «Дари добро» Ольга Сорочкина благодарит всех, кто не остался в стране и сумел сделать новогодний праздник по-настоящему волшебным. Мы знаем, что у нас все-таки много неравнодушных людей. Все поддержали, многие поддержали эту акцию. Подарки несут до сих пор. И мы стараемся охватить практически всех наших детей нашего города. Но стараемся больше, наверное, для маленьких это сделать. Это еще более чудо, ну, больше похоже на чудо для них. И родители очень благодарны, дети счастливые, подарки замечательные. И все они обязательно дойдут до особенных адресатов, которые с нетерпением ждут новогоднего волшебства. Татьяна Швец, Григорий Волков, программа «Время местное».